Между тем, жители Жиганска считают Михаила Ефимовича своим земляком, так как именно здесь он окончил школу и начал свою трудовую деятельность. В день юбилея первого президента в Жиганском наследии прошел двухдневный общественный форум «Жиганск. Надежда Арктики», в рамках которого открылась фотовыставка «Жиганск в судьбе Михаила Николаева». Программа очень насыщена. Ежегодно мы проводим николаевские чтения. Дети изучают жизнь и работы Михаила Ефимовича, пишут эссе, сочинения. И, конечно, мы выбираем самые лучшие и издаем буклеты, брошюрки.